Безусловно, главная новость последних часов – победа сборной страны по футболу. Россияне в драматичном матче, где было, казалось, все, обыграли грозных испанцев. В числе тех, кто помог отправить «Красную фурию» домой, был наш барнаульский спортсмен Александр Ерохин. Вот так! Александр вышел на замену в первый уже дополнительный тайм на 97-й минуте. К тому моменту основное время матча завершилось ничью 1-1. Наш земляк таким появлением вписал свое имя в историю футбола. Он стал первым в мире игроком, который вышел на поле благодаря четвертой замене. Данное правило было принято на этом чемпионате мира. В итоге Ерохин общей картины игры россиян не испортил. Однажды даже приземлил легенду испанской сборной Андреаса Иньесту. Но барнаульца не оказалось в числе тех, кто пробивал решающий пенальти. Правда, это лишь мелочь по сравнению с тем, что сборная России впервые вышла в четвертьфинал чемпионата мира.